Всем привет! Вы на канале Dota Let's Play Gaming, и недавно вышла новость о новом герое. 4 января компания Valve выпустила очередное обновление для Dota 2. Геймеры нашли упоминание потенциально нового героя по имени Марс. Персонаж заметили после выхода обновления для многопользовательской игры. О персонаже практически ничего не известно, однако сообщество игроков уже обнаружило несколько зацепок. Ранее геймеры нашли иконки способностей героя – Spearwall и Phalanx Kankle. Обновление от компании Valve вышло только 4 января. Никакой подробной информации о персонаже, который вполне вероятно возникнет в геймплее, пока нет. Речь идет лишь об отдельных зацепках, которые позволяют геймерам утверждать подобное. При этом интересным является тот факт, что программисты из Valve выпустили еще 4 обновления, убрав соответствующие файлы, связанные хоть как-то с новым героем. Вероятно, новый персонаж будет представлен на турнире The International 2018, который пройдет летом. Всем спасибо за просмотр, мне очень приятно, что прошлый ролик про двух новых героев набрал почти 1000 просмотров, и надо постараться, чтобы это видео набрало больше. Все, до новых встреч в мире Доты, с вами был Dota Let's Play Gaming, всем удачи, всем пока!